Стихотворение «Ночное сообщение тебе». Агрессия, усталость, труд, покой, кровать, простор, уют. Стоит пугающая тишь, наверное, давно ты спишь. Лежу, день подвожу к концу, экран все подношу к лицу, а строки сами по себе бегут во тьме, в кромешной тьме. Наверное, ты все же спишь. А может быть, там, далеко, на краю мира ты сидишь и попиваешь молоко. А может быть, не стула вовсе, на краю мира ты сидишь, на краю тихого, но срыва. Ты ходишь на краю обрыва, чтоб не упасть, не стать слабее, как духом, так и головой. Лежишь ты на краю обрыва, назад ни шагу, ни ногой. Но почему не хочешь падать? Тебе и так ведь все равно. Не хочешь жизни ты хорошей, не хочешь ты упасть на дно. Ты просто тихо, небрезгливо сидишь лишь на обрыве том. Хоть в этом мире, хоть в ином, над бездной царствуешь лениво. Спасибо.